Компания Universal Service более 25 лет на рынке продаж. За эти годы специалистами накоплен бесценный опыт производства и монтажа окон и дверей высокого качества. В последние годы увеличилось количество случаев, когда маленькие дети, оставшись дома без присмотра, легко открывали окна ПВХ и выпадали на улицу. В нашем городе произошло несколько таких несчастных случаев. Что можно сделать, чтобы избежать подобного? Можно установить на окно специальный замок, препятствующий его открытию. Но все дело в том, что взрослые просто забывают закрывать эти замки на окнах, и несчастные случаи с детьми продолжают происходить. Есть отличная новость. Предприятие Universal Service производит окна с механизмом обратного открывания. С ними ваш ребенок никогда не выпадет из окна. Смотрите, если он захочет самостоятельно открыть окно, то в первом положении оно только откинется. В такие окна предприятие Universal Service устанавливает новую немецкую систему обратного открывания. Ресурс безотказной работы, который увеличен до 100 тысяч открываний. 50 лет проработает такое окно без поломок и сбоев. Нет смысла ставить в дом железные двери, если у вас стоят окна ПВХ с примитивной фурнитурой, которые легко открываются отверткой. Universal Service предлагает окна с немецкой противовзломной системой ВК-1 с защитой от высверливания. А в выставочном зале Universal Service можно увидеть современные раздвижные системы, штольповые замки с крюковыми запорами и трехъегельным закрыванием. Среди новинок и окна для людей с ограниченными возможностями. Окна Universal Service не нужно ремонтировать или что-либо менять в них. Они собраны из высококачественных европейских материалов и безотказно прослужат вам всю жизнь. Когда вы узнаете, что такое качество, то просто нормально, вас уже не устроит.